На пути инвалидов и матерей с колясками становится все меньше препятствий. Чебоксарские власти продолжают обустраивать пандусы на тротуарах. Уже на следующей неделе они должны появиться неподалеку от самых оживленных пешеходных переходов. Правда, это не поможет решить проблему полностью. Выискивать места, где пандусов нет, а вокруг крутые спуски, моим коллегам долго не пришлось. Подробнее Дмитрий Ковалев. На подходе к этому пешеходному переходу бордюр демонтировали не случайно. Скоро именно здесь появится новый пандус. Передвигаться через дорогу мамам с колясками и инвалидам станет удобнее. В ближайшие дни на улицах столицы обустроят более 300 подобных спусков. По решению администрации города Чебоксар в прошлом году начали работу по обустройству пандусами примыканий тротуаров в проезжей части. В основном на пешеходных переходах. В прошлом году было оборудовано пандусами 195 участков. На это было потрачено порядка 135 тысяч рублей. На этот год план 389 участков. На сегодняшний день практически на 80% завершены подготовительные работы по всему городу, по всем трем районам города. Вот. И с завтрашнего дня уже начинают асфальтировать. Где установить пандус, решала специальная комиссия. Столичные власти выбрали самые оживленные улицы. Обустройство одного такого спуска обходится бюджету в 1000 рублей. Но эффект от этой работы невозможно измерить никакими деньгами. С пути людей, чьи возможности ограничены, исчезают барьеры. Правда, не везде. Но работу столичной администрации еще не початый край. Пройти дорогу здесь сложно даже здоровому человеку. Не говоря уже о матерях с колясками и инвалидах. Лестницы слишком крутые. Но пока этот участок не планируют оборудовать пандусами. Неподалеку от этого перекрестка обустроен и вот такой пандус. Подниматься и спускаться здесь – настоящее испытание даже для спортсмена из параолимпийской сборной. Как по минному полю, мамы с колясками ходят и по этому тротуару. На второстепенных улицах удобных пандусов сейчас не хватает. Где матерям удобнее передвигаться по городу, а где? Где отремонтированная дорога, конечно. Хорошие дороги. Здесь сейчас пройти невозможно, сейчас нужно будет в обход обходить. Действительно, очень хорошо было бы здесь тоже дорогу починить. Столичная администрация отмечает, что обустраивать тротуары пандусами в Чебоксарах будут и дальше. С каждым годом городская среда должна становиться еще доступнее. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев. Республика.